Всем привет, друзья! С вами Константин и компания «Стройгарант Анапа». Сегодня мы с вами вновь находимся на коттеджном поселке Морской, где хочу сделать и осветить еще один дом свободной продажи. Сейчас за моей спиной находится улица Солнечная, где мы, как видите, уже начали готовиться для того, чтобы здесь начинать застилать улицу асфальтом. Но это давайте в следующий раз покажем. Сегодня мы с вами хочу обратить внимание на дом, который находится на Цветочной. Пойдемте посмотрим вместе. Как вы видите, техника ходит, мы в выходные работаем, поэтому наши работы не останавливаются ни на час. Мы работаем каждый день, потому что у нас на данном поселке 250 будет домов. Нам некогда стоять, некогда ждать. Работаем полным ходом. Пойдемте дальше. Цветочная. Улица Цветочная – это вторая улица в нашем коттеджном поселке Морской. Здесь у нас, в принципе, можно уже видеть, что тоже завершились такие большие тяжелые работы. Сейчас уже почти все домики стоят уже с фасадом сделанным. Есть только в некоторых, может быть, домах, где ведется еще внутренний ремонт. Но я хочу сегодня вам показать дом, который находится у нас, Цветочная 32. Это дом 130 квадратных метров. Хочу его полностью осветить. Пойдемте посмотрим. Что у нас заведено в этот дом? Это центральная вода, свет 15 киловатт. И уже совсем скоро здесь будет газ. Поэтому это все коммуникации мы вводим в дом. Плюс еще у нас идет дренажный септик на 8 кубов. А как, что у нас происходит за забором, пойдемте посмотрим с вами вместе. У дома земельный участок составляет 6,4 сотки земли. Он полностью, у нас фасад получается 20 на 32. Мы его вспахали землю, подготовили. Где планируется, может быть, в дальнейшем выложить плитку, мы подсыпаем таким щебнем. Почему мы так делаем? Потому что люди, когда приезжают, выбирают, они сами планируют, как и где будет у них располагаться плитка, как и где они хотят что-то посадить. Поэтому после этого мы уже начинаем приступать к каким-то другим вопросам. Вот поговорили с вами о участке, теперь пойдемте посмотрим, что у нас внутри дома. При входе в дом мы с вами попадаем вот в такую просторную прихожую, которая у нас составляет 6 квадратных метров. Здесь может прекрасно разместиться шкаф-купе, разуться, скинуть верхнюю одежду. В принципе, все. Пойдемте дальше. Сейчас мы с вами попадаем в спальню, которая у нас составляет 15 квадратных метров. Она выходит у нас на фасад дома, где мы можем видеть, что у нас такие эркер с такими прекрасными окнами. Она светлая, уютная, ясная. Здесь очень хорошо можно разместиться и проводить время. Пойдемте дальше. Здесь у нас с вами располагается санузел. Он у нас составляет 7,3 квадратных метров. Здесь тоже все полностью уже, как вы видите, сделано. Тут у нас теплый пол, освещение, принудительная вытяжка, радиаторы и окошко такое прекрасное. Оно очень дополняет санузел, поэтому становится это светлым. Пойдемте дальше. Дальше мы попадаем с вами в кухню-гостиную, которая составляет у нас 38 квадратных метров. Тут у нас полностью расположился такой зал, кухня. Кухня у нас выделена зона. Это вот этой плиткой. Под ней тоже у нас в доме теплый пол. Все разводка получается под котел и теплые полы. Также у нас все уже выведено для того, чтобы здесь просто установить кухню и уже можно пользоваться. Установили также уже в доме мы радиаторы. Выход имеется с кухни у нас на террасу. Терраса у нас составляет с вами 21 квадратный метр. Она у нас в базовой комплектации открыта, но после того, как приехали и хозяин хочет что-то сделать, или хозяйка, накрыть террасу, утеплить, поставить стекла, еще что-то, это без проблем можем сделать наша компания. Поэтому в базовой комплектации у нас терраса открытая.
А теперь давайте с вами поднимемся на второй этаж. На второй этаж ведет вот такая лестница, которая у нас сделана из бука. Она несколько цветов у нас есть. Данный лестнице цвет у нас такой светлый. Пойдемте дальше. Она надежная, крепкая, все как полагается. После того, как поднялись на второй этаж, мы с вами попадаем в такой как бы прихожую, в холл, который составляет у нас 8 квадратных метров. С него мы можем зайти с вами сразу в дверь. Это в санузел, который составляет 6 квадратных метров. Здесь полностью тоже сделан уже ремонт. Видите, плиточка, выводы под раковину, выключатель, вытяжка принудительно под санузел, под душевую. Все, как полагается, здесь мы уже сделали. Как бы заходите и живите. Дальше мы с вами попадаем в спальню. Попадаем в спальню. Спальня у нас здесь составляет 17 квадратных метров. Она самая большая спальня на втором этаже. Здесь, как вы видите, тоже у нас радиаторы, ремонт, полностью все сделано. В каждом доме, в каждых спальнях у нас есть выходы под сплит-систему. Вы это тоже можете видеть. Пойдемте дальше. Вот еще одна спальня. Спальня данная имеет 15 квадратных метров площадью. Она тоже полностью все сделана для того, чтобы уже можно было здесь расставить шкаф, купе, мебель какую-то и в принципе жить. И у нас еще одна осталась спальня, пойдемте ее посмотрим. Дальняя спальня у нас имеет 13 квадратных метров. Она самая компактная на втором этаже, но здесь тоже очень хорошо и уютно. Полностью выходят окна у нас на фасадную часть двора, дома, где можно также видеть, что может быть происходит за окном. Ну вот мы с вами и посмотрели данный домик полностью от начала до конца. Если у вас остались какие-то вопросы, вы можете писать ниже нам под видео, мы обязательно на них ответим. Или звонить нам в отдел продаж, где вы услышите для себя полностью всю информацию. С вами был Константин и компания «Стройгарант Анапа». Всем пока, до новых встреч!